Шиповник еще не весь ободрали. 30 декабря. Гисметео говорит, что плюс 14, плюс 10 градусов. Еще к тому же нету ветра. Замечательная осенне-весенняя погода. Обычно на 30-31 декабря начинались дожди, выпадал небольшой снежок. Но в этом году и в прошлом году было все не так. Было плюс 10, плюс 12 градусов. И даже 1-2 января я заныривал в Коверзе. Если в этом году тоже будет хорошая погода, то не премену и сделаю нырок. Вообще, по ощущениям, как бы зима стала несколько теплее и менее дождливая. Раньше было больше дождей, как осенью, так и зимой. Начали собачьи свадьбы. Ходят даже вот такие вот с отметками зелененькими собачки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вообще ситуация, когда зимой нету снега, как-то сначала сбивала с толку. Казалось, ну вот сейчас вот начнется весна. Но после этого неделя проходила и начинался холода. Я думаю, что если до 15 января в этом году не будет снега или холода, тогда, можно сказать, зимы не получится в этом году. Посмотрим, как будет. А сейчас я нахожусь на площади Ворошилова, на новогодней елке. Вон видно, там вдалеке находится Дед Мороз. Пойдем его поймаем. Пустота. Зашел заплатить за питание ребенку. Сакура продолжает цвести. Тут даже кое-где выросли елочные игрушки. И дождик. Дорожку исправляют. Шумят, не знаю, завтра их фурают или нет. Даже растения посадили. Смотрите, как красиво будет. Вот это время подведить итоги. В этом году я снял около 100-150 роликов. Потому что они выходят раз в два, раз в три дня. Но думаю, что в следующем году будет роликов выходить гораздо меньше. По моим ощущениям, исчерпался. Я сейчас переключаюсь больше на интервью у людей, которые здесь живут, на события, которые происходят. Потому что мне кажется, что уже практически все, что здесь нужно было снять, я уже отснял. Гораздо проще посмотреть какие-то ролики. Одна ли года или двухлетней давности. Вот. Еще надеюсь, что найду соавторов канала. Научимся мы вместе это делать. И, возможно, буду меньше времени уделять вот этому каналу. Потому что все-таки переключаюсь я на другие вещи, которые по моей профессиональной деятельности, по программированию. 30 декабря 2021 года. Плюс 10, плюс 12, даже плюс 14 градусов. Штиль. Тепло.